Благоустройство мест захоронений в Щелковском районе в последние годы значительно улучшилось. Огораживается территория, вырубаются старые деревья. Однако не все недостатки могут заметить официальные службы. К главе района обратилась инициативная группа жителей с просьбой обустроить тротуар вдоль забора кладбища на Гребенской горе от улицы Ватутина в сторону улицы Парфенова. Сейчас это просто тропинка, пройти по которой можно только в сухую погоду. При этом она единственная ведет к нескольким технологическим входам на территорию кладбища. Алексей Валов выехал на место с представителями управления потребительского рынка и услуг и с просьбой жителей согласился. Даже несмотря на то, что соответствующие расходы в бюджете не были предусмотрены, за счет сэкономленных средств асфальтированная дорожка будет сделана уже этой осенью. Ну, все же по деньгам мы понимаем. А если не заложили план, значит, будем изыскивать из экономии. Сейчас изыщем средства для того, чтобы сделать нормальную пешеходную дорожку, чтобы люди комфортно доходили до эксплуатационных ходов на кладбище. Представители инициативной группы также пожаловались, что к Гребенскому кладбищу с этой стороны нет нормального подъезда для транспорта, приходится делать крюк через РТС. Это требует гораздо более серьезных вложений, нежели тротуар, пояснил Алексей Валов. И пообещал заложить строительство дороги в соответствующую муниципальную программу. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».